Мы находимся на выставке ProdExpo, продолжаем разговаривать с нашими гостями. Артём, расскажите, чем занимается ваша компания, какие новинки вашей компании нас ждут в 2019? Наша компания называется Владимирский торговый союз, она занимается правилами русской торговли в России. Вот есть подразделение у нас в компании, называется гильдия автоматизированной торговли, а именно вендинг, вендинговые автоматы, кофе, газировки, в том числе жвачки. На данный момент мы собираемся делать, так скажем, небольшую консолидацию в виде общих аппаратов, так скажем, заводим стандарты во все, так скажем, регионы. Сейчас вот начали с Астрахани. Там у нас в Астрахани находится общая концепция, то есть у нас все автоматы одного вида, хотя предприниматели все разные, ну, как бы в гильдии состоят. Но у нас уже общие стандарты, а именно стаканчики у нас уже не пластмассовые, а бумажные. Потом кофе мы используем только по ГОСТу, которое, и не порошковые, в общем, только кофейные зерна. И потребитель, видя наши аппараты уже, понимает, что как бы товар хороший. И мы, в общем, этот тренд делаем на весь рынок, чтобы потребители видели, что, ну, чтобы, если, например, автомат плох с порошковым кофе, то он отталкивает покупателя, в принципе, от всех автоматов кофе. А когда мы делаем такой стандарт, у нас как бы получается какая-то красивая картинка, и потребителю нравится. И он видит, что все кофеаппараты в городе, они, в принципе, работают по стандарту. Тем самым мы привлекаем больше потребителей. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми гостями.